Он упал с высоты 5000 метров и даже не получил переломов. Его достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Его ученики – чемпионы мира. Заслуженный тренер России по кёкусинкай карате. И мне пришел еще один вопрос, так как люди смотрят то, что я отвечаю. Пользователь Марина занимается карате 15 лет. У нее черный пояс, третий дан. И у нее самый обычный нормальный вопрос. Она посмотрела тренировки спортсменов на сборе Бушкова, где таскают камни, таскают мешки. И то, что я говорю про индивидуальную работу. Дело в том, что этот сбор, он по специальной подготовке. Исключительно по специальной подготовке. И этот сбор ни в коем случае в данный момент времени не влияет на соревнования, к которым готовятся бойцы. Потому что вопрос был задан именно, как человек готовится к соревнованию, что включать перед подготовкой. И тот сбор, который проходят мои ученики и ученицы там в лесу, он готовит тело, связки, суставы, но ни в коем случае не готовит их непосредственно к турниру. Спасибо за внимание.